Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и с утра проговариваем такие слова. Сегодня мой самый лучший день моей жизни. Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что этот день будет самым лучшим. Ну а теперь послание небес на 13 марта. Нужные знания уже внутри вас. Это послание – лишь напоминание вам о том, что ценная информация уже в вашем сердце. Если вы сейчас находитесь в поиске, не можете разрешить какую-то задачу или стоите перед выбором, расслабьтесь. Это первое, что нужно сделать, чтобы получить ответ на свой вопрос. Возможно, сейчас вы думаете, что вам нужно получить некую информацию, иные знания, чтобы заниматься тем, чем вы хотите. Вероятно, вы находитесь в тревоге и суете, потому что не можете решить, что вам делать. Новые знания придут тогда, когда настанет их время. Но пока прислушайтесь к шепоту своей интуиции. Попросите Вселенную стать вашим наставником. И прямо сейчас начните использовать те знания, которыми вы уже владеете. Над каким вопросом вы бы не думали сейчас, просто слушайте, что подсказывает вам сердце. Любой из тех, кто способен слышать себя, никогда не окажется в неопределенной ситуации. Потому что внутри каждого из нас уже заключена та ценная информация, которая может пролить свет и помочь в решении любого жизненного вопроса. И в течение сегодня обязательно проговариваем такие слова. «Я осознаю и ощущаю свою силу». Вот проговариваем 7 раз, и вы посмотрите, насколько вы станете уверенней.